тьме, что быстрее будет. Ну да. И почем нынче гривня? Сколько? Сотка? Я уверен, можно было продать больше. Можно но... и больше, но дольше искать. Как голду поделим? Ну на ДК в ПВП это имба пизда вообще. Мне скидывайте все, что делить. Вопрос на засыпку, у кого есть на починку? Вот там... Кстати, я не шучу. А тут, когда ПВП прогрессирует сетами, там что-нибудь с тринками происходит? Что-нибудь новое выходит? Не, они все примерно те же самые. Они потом ПВП силу еще затолкают. Я пиздец в преддверии нового сезона разъебываю. Подожди, я тебе не дам. Это, они вроде просто 277 сделают, вот эти все. Или 277. Так сейчас 270, а будет типа 277 сет? Да, да, да. Ну, по идее, должно. А, можно же комплект посмотреть, А9, точно, чё я. Двести восьмидесятый он будет. 284. Не-не-не, я вот смотрю сейчас в приключениях А9 комплект. Ловушка. Слева. И там уже натиск будет, нихуя себе. Там маленький. Че еще есть? Все объяснил. А вы куда пошли? Опа. ЛК 25 хм. Не-не-не. Я про ситуацию. Да там что, сзади кто-то сагрил, что ли? Ебать. Красавчики. Блять, толстожопая. Просто подлетаю, смотрю, никто ничего не хилит, бах, упали два танка, ну. Мудаки хули. Стрим не запустит никто. Че они там напулили, блядь? Откуда-то эти скелетики пришли. Сзади кто-то пулил. Аминь. Че там хилить будем, не? Алло, блядь. Бегу. Леха с меня забери трэш. Кокон звей, я похилю. Выходи с кокона, блядь. Говори это. Называется фокус, фокус. Не любой блядь. Дурак может. Ранее без кокона. Синтек вообще как Супермен должен быть. Попал в кокон, вышел сразу с кокона. Так ебать, я на собаке, ты видел, блять, я вам всех перехилил. Хотя у меня и пинговало жестко, блять, и все сдохли, и я такой ебать. Ты друль, ты там и должен перехилить. Ну, я, короче, понял, что в миле намного удобнее хилить, чем вот просто стоять и хилить. Милишников, да? Да, не только милишников, а в целом. Ну, типа, я и так люблю двигаться там лево-право, когда хилю, потому что я все равно ничего не кастую. Это, там Илаша вот спрашивает, есть ли сот? Ну, Илаша. Да, он был на втором месте, я был на первом. Это выкидывать этого Авиланию или Керуса. Пожалуйста. Кого-то с них, наверное. На замену. Ну, Авиланию сам писал. Так, ну Керус код. До сих пор ошибку дает. У Стеги тоже код. Пушки дает ролл. 134. Че, кого? Авиланию убирать? Да, можно меня. Так, я давай. Систа на холидринг. Я тогда в этого...
в сову, а Вилаша потанчит с ними. Хотя че, я ребро могу потанчить еще. Так и не. Жирнов, это вот, что-то. Вот такое? Этого чела. Жирнов это покупатель. А. Жирнов. Этот. Жириновский. Спекайте. Хульдинг, это твой, да, получается? Да. Так. Так вот он уйдет, потом и будет слот, получается, так? Да, да. Да. Так, ну тогда я танкану. Так, Лингрен и еще танк. Ну Хурюк, спекайся. Все равно там надо будет тебе на леди спекнуться вместе с Эвинашей. Че, 10 ему давать? Да, ну давай, конечно. А не проще ему просто зайти, умереть и все. Он все равно PvP-шный. Вот именно, пускай валяется. Надо писать ему ДК, умри, если пуха падает, треть, сотку, я тебе пуху. Да, это... Напишу просто без диса и пусть бьет шипы по КД. Этот, а что там, как он называется? История зайдет, нет? У него выбрасывает. Я вам скинул даже скрин. Ничего вообще не. Вот его и менять пока. Не фиксится, ну давай возьмем сразу Вилашу. Да пробовал через ран без файла RUX. Через там пару ремонток есть отойти покурить, пацан? Да блять, на трэше покуришь после ребра. Этот, ну давай, короче, этот. Хурюк, короче, ребро подамажь, я танкану, а вот на леди уже спекнешься. Давай тогда, я с Вилашей и Лингредом потанчу. Да. Кто МТ, ты и Войда? Да, да, на Войда будете напугивать. Так, что там у нас? Так, посчитайте, сколько миликов банок и сколько этих РДД, ну СПД и эти. И поставьте банк, что-то мне забагался, вот. Он перед тобой поставил. Так. Так, получается, если считать тебя РДДшником, получается 10 РДД, 5 хилов, 10 миликов. Сука, что-то я не могу брать. Пиздец, а что я не могу брать из банка эту хуйню? Ебать. Вон, спрашивает чел, черная, у него есть 263-й холипал. Я что-то банки не могу взять, что за хуйня. Блять. Ну, не знаю, блядь, почему так, нахуй. Посчитали там сколько миликов? 10 миликов, 10 РДД и 5 хилов. Ты считаешься за РДД, вот. Продолжение следует...
Заебало, нахуй же ставится через раз, блять, хуйня. В третьей ячейке, если что, берите там банки. По три выставляю. Блять, залупа, сука. Что-то они нахуй вертили, нахуй. Была нормальная игра, блять, теперь пиздец. Поебень. Так, у всех там звание есть, чтобы брать? Я нет. А можно вместо СПД сапрот, пожалуйста, пожалуйста. Не давайте ему сапрот, он их продает. Неправда. Неправда. Он их копит, а потом продает. У тебя голды нет, ты продаешь. Нет, у меня 4000 голды. И у меня 6 банок на СПД, просто потому что ты врешь, обычно... у тебя было 330 голды на всех персах. Ставлю. У меня 330 монеток, не голды. 330 монеток. Я буду крутить, буду апать воронки. Апну себе Т5, пока вы там будете его пытаться выбивать. Потом прошу Войда дать мне второй кусок, потому что у меня уже будет один кусок Т5. Да, вон кто-то пишет в чате, что тоже гильдбанк не работает. Опа. Ты тут? Ты с ней спрашиваешь? Ну, что там, как на елке? Я ж слез с нее. Я на ней сидеть стал, блядь, там, что внизу бегало, стало пытаться забраться туда тоже. Спрашивают, как ощущения, типа? Как? Заявись, как? Хорошая. Необыкновенные, да? Будет смешно. Ну, главное запах, блядь. Топа. Короче, мальчики садятся на бутылку. Мужчины садятся на елку. Да я чё-то. Смешно, смеемся. Просто уделал. Геру. Я ебал такие лаги, нахуй. Bone Spike Cast. Bone Storm Cast. Там, блядь, босс полетел нахуй. Bone Spike Cast. Bone Spike Cast. Кастяная хватка. Bone Spike Cast. Bone Spike Cast. Bone Spike Cast. Bone Storm Cast. Bone Spike Cast. Bone Spike Cast.
Не сдохни, что там лучше. Что-то он близко сильно вредит, блядь. Вы что, не выходите или что? Дальше отходите мне. Справа дерево на шипе синтек. Бидон, ставь тотем, высадим на ману. Bone Storm Cast. Ошибка, как спайк? Ну, шип добили. Там это, я нечаянно таун в босса нажал. Здесь вероятно, что он меня поймет. Не показывает. Блять. Будто гим какой-то на хп там дайте, я хуй знаю. Сто тысяч? Не, нихуя. Предлагаю World of Flex'у дать 100 ИП за то, что он не бич и выбежал на дистанцию. Вот. Куда на дистанцию выбежал? Ну, типа, чтобы вы в миле лужу не хватали, он и я выбежали. А на вихре почему никто не выбегал? Ну, мы выбегали. Ну, типа, я один раз, раз за два я забежал внутрь, потому что он там лужу неудачно разлил. Но в целом он хорош. Вылаша второй, дай. А чё у Эрдру идёт офсетом, кстати? Выкидывается не плачем, брат. Либо грудь, либо голова. А они одинаково дают бонус. Но мне выпал грудак первым, поэтому... Голова, два уфа. Так, ну хурюк тут в танка. Девочка. Так, кого нам брать? Дин нахуй. Ты чё там, блядь? Это чёрная пуля в дискорде? Блядь, да что такое, сука? Пацаны, а чё, Шалфир и история — это один человек? Да. Да. Блин, да? Я тоже в ахуе. Мы все в ахуе. Схемы с ЕП там что-то, да? Махинации. Че жесть просто. Нет, он на Шалфире пошел в другую гильдию, чтобы там утать осколки. Вот. А ЕП свой перекинул пока что на шамана. Да, а что, так можно вообще? Ну быстрее, такого? Ну, быстрее посох соберет, нам же лучше. Помощника, да. Забери. Помощника. Так он, блядь, осядет в другой гильдии, да и все потом. То он, вот он, блядь. Там челики сидит. Не осваивают даже 25-ку. Десятки по большей части ходят. Вот, а еще туда будет ходить синтек вместе с ними. Я буду лутать шмот на ретрика. Победа. Так, что там будет ровист? Патч на духов, да? Липало, одевай, блядь, какой ретрик.
натуре у нас же не покупала, сука. Дайте мне скинуть ГП на сове, не трогайте хартала. Будешь нам тактику рассказывать? Ну, что рассказывать? Я скоро лягу, буду прыгнет, радоваться наверное, жизни. И все. Не-не-не, я хочу лишь как-то посильнее. Я бы побил, на самом деле. Интересно, ну, вот побил. Насколько я хорошо помню был еще. Кому, 24? За бой кидается. Ну, там можно бы тело какое-то взять, блядь. Сейчас я попробую еще раз зайти. Если пустят. Заходи. Я не знаю, мне просто выкидывает ошибка 134 по КД. 34, говоришь? 134. Ну ладно. Не баните столик. 134 ошибки, это жестко. Так, Лингрен и Вилаша, да, танчат? Так, Хурюк, еще. Хурюк и Вилаша на боссе, Лингрен на трэше. Так, ну и Святоса пока взял. А, выключи этот Брэдмауэр, ну где этот, блядь, антивирусник. Вот я зашел на форум, ошибка 134 возникает из-за настроек Брэдмауэра после обновленной версии игры. Вот. Там, наверное, майнер тебе загрузили, поэтому не работает. У меня вот Вовка 1.5 гига памяти занимает чему-то. Так. Какое-то просто. Тут в ромбике играют, значит, 3 мага, 2 лока, 2 совы. Так, значит, с этой стороны. В кружке, значит, Хурюк твой с лестницы, со звезды. И крайний ближе к лестнице, там моб. И Вилаша твой центр и ближний к леди. В кружок их сводите там примерно. С этой стороны играют милики, получается. Два вара. Invisible. Два ретрика. Это 5 человек, да? Вот, если будут не успевать, то помогайте. Эти РДДшники. Ну, Песа и два роги на боссе. И два кота пускай на боссе. Если хуёво с трэшем будет, то, не знаю, там, Керус переключишься на трэш, поможешь. Там, 4 моба покливаешь как-нибудь. Постанешь там, не знаю. Так, пятая пати хилы. Ну, и это, и самое главное, на последний... по контролю, короче. Войд квадраты, Вадикон треугольники. Ну и синтек луна. Два кота на подстраховке. Если Соф возьмет или Эдру этот, в контроль. Вихри кидайте. Все, проверка. История зашел, нет? У меня есть чуть дальше. Синтек не помогло. Нет, не зашел. Козлян. Я включил Брэдмауэр. Играем. Нахуя вы спулили только долбоебы, блядь? Это база. Тихо. Играем. Беги, малышка, беги. Проверю клиент пока. Ты не в силу. Противится... А у вас зависла игра? Нет. Контрольте луну. Дал. Трэш вышел. Меня выкинуло. Понятно. Пусть Синтека вылетела, короче. Я освобождаю тебя от проклятия, блок, и не в силу.
изи было, не убить. Блять. Это ж кинул. Ой, я себе. Почти просто, Просто смотрю, притяжка от ДК нахуй в толпу меня. Хотел замесить. Идиот. Но. Побольше по боссу на дот идти сейчас стараемся перевести после этого трэша. Трэш еще зергаем. Кто-то побежал. Иди, Вилаша, к боссу, скоро переведут. Контролем. Блять. 90 тысяч. Все, перевелся. Ну а хули ты возле босса стоишь, сука? Ну отбеги ты от босса, когда его переводят. Ностальгия Реса и Керуса, все в трэш сыграли. Духи. Духи бегают. Один возле трэша. Уходим, уходим. Один. Все, тут дальше просто от духов бегаем. Керосу фулбаф дайте. Духи побежали. Геро? Да, Геро. Не хлопните, только дух. Вот прям в леди появился контролем. Беги! Нифиг далеко, блядь. Коли пал встретил. Так, Керус, Рес и Святоса. Трэш сыграли. Святосу фулмаф, Касквап, Престабаф. Бегите. Синтек, Реснич, Ностальгию. В леди... У меня вылетело, я не вынесу. Дыма не убить. Блять, пизда, заебал убегать. Кто-то духа хлопнул. Уже три раза хлопнули. Spirits. Короче, давайте падаем заново, нахуй. Бурибай, Святос и еще до этого Мифик. Вы что, слепые, Spirits. Сука? Бурибай, Святос и Мифик, нахуй. Падаем, падаем. Алло, блять. Напишите в рейд, чё у вас за хуйня, нахуй? Почему вы духа, сука, хлопаете? Бурибай, Святос и Мифик. Да, Мифик, это я проебался. Так я хули вы дрочите? Бегайте почаще, блять, чтобы не хлопать духов, блять. Тут мозгов много не надо, блять. Вы знаете эту хуйню, блять. Ну, еще трай 2 и пизда будет. По 300 гп за духа, нахуярь. Несложно, блядь, бегать почаще и не хлопать духов, блядь. Бегайте подальше от них. То есть сейчас можно хлопнуть, да, получается, без пар? Нет, если сейчас будете опять хлопать, вот... Хотите, я сейчас нахуярю по 300? Трай уже будет сразу давать. Если не хлопаете, то не будет. Хотите сейчас нахуярю? Получается, сейчас можно хлопнуть бесплатно. Нет. Хорошо, сейчас нахуярю тогда. Ну я предлагаю РДДшникам 600 въебывать, кто хлопнет. Если сейчас миликом... Согласен. Да ты не перегибай, они и так чуть ли из комнаты не выбегают, все на ступенях стоят, прячутся. Был, блядь. Не надо никому ничего хлопать, просто здесь действительно миликом сложнее. Это как на собаке, блядь, отбежал от собаки, блядь. Это вышел с гейзера нормально, бьешь дальше. А если даун, блядь, если ну мозгов нет. А чем миликом сложнее? Чем сложнее? Да, это все хуйня, блядь, это все отмазки, нахуй. Так же видно. Здесь миликом сложнее, потому что тоже леди появляются, духи, все, блядь, РДД. А, блядь, а рядом с РДД не появляется как-то. Нет, то появляется, но просто, блядь, отбежать либо РДДшнику, либо милику в такой ситуации. Кому будет проще? Дух появляется одинаково. Просто, блядь, одинаково, нахуй. Что те бегают с одной скоростью. Не, нихуя. Милик, он следует за боссом, и РДДшник стал стоит, ему поебать. Дух там за спину может, там хуя спину. Короче, все тут одинаково. Просто отбежал от босса. Чекнул, просто чтобы... на милике отбежал от босса, блядь, пока дух. Сейчас сказал, все понятно, пацаны. Отлично.
Ну я за Милика играю, и что-то я не хлопнул, блядь. Я тоже не хлопнул, я в целом за... Не, он просто говорит... Да, не, здесь одинаково. Не, нихуя, пацаны, одинаково. Успокойтесь. Британские ученые делали эксперимент, короче, вот, блядь. Анонсируют завтра. Закрыли в комнату 10 миликов. 10 РДДшников. Не ругаемся. И хлопали духов по очереди, блядь. Давайте, трай. Убиваем, да я пошел. World. Меня выкинуло, короче. Ну, и обнова 10 мегабайт не качается, просто ошибка выдает. Открой, закрой. Ты клиент открываю. Полностью. Что сделать? Полностью клиент закрой. Закрыл полностью клиент. И лаунчер выключил. И лаунчер я закрыл, открыл, и вот он мне каждый раз началась загрузка, загружена ноль. Ну, он, блядь, нахуя... у меня всегда бывает, и она через минуту появляется. Нахуя тебе вот этот лаунчер? Ты открой просто RuneX7, блядь, зайди. А у меня будет написано то, что обновить надо. Ну, через... Я могу 3 минуты побить, просто через 3 минуты вылечу. История зашел. Вот пока, может, его возьмете. О, диспетчер закрываешь лаунчер. Ау? А, нет, не помогла, все, меня выкинуло опять. Через вот диспетчер? Закрываешь лаунчер. Просто меня выкинуло. Закрою его через диспетчер. А что, там еще какие-то процессы у него остаются? Просто да. Попробуй. А Виланию тогда обратно. Блять, почему вечно перед нашим РТ постоянно они что-то загружают? Что пидоры. Вот и все. Ну, атишка. Они, блять, всегда что-то загружают. Блять, не было ни дня свободного. Шкаф тыкаем. Чтобы они что-нибудь не загружали. Я вчера, блядь, ржал. Как это Big Dam заходит, куда-то начинает собирать, так у них сразу перезагрузки. Сколько было перезагрузка? Часа полтора? Да, то есть вчера долгие были. Сначала был дисконт, блядь, на час с копейками, блядь, а потом нахуй только я зашел, блядь, они... Через 20 минут мы перезагрузим сервер на 30 минут, блядь. Полтора часа нахуй сервер лежал, блядь. Ворохель тут. Я не знаю, меня тупо выбрасывает. Ворохель, прием. Все, все готовы, дает чуть. 5, 4, 3, 2, 1. Я рано прижался. Не-не-не-не, заберу, заберу. Я освобождаю тебя от проклятия плоти, мой верный слуга. Ты не в силах. Сука. Законтроль ли холи дринка? Подконтрольте, кто может, мифика. Холи дринка опять закон. Нормально. У меня, короче, меткости не хватает, я два раза по Big Dam'у промахнулся. Или Секирусу синтек. Я раз в контроле все кнопки нажал. Алма. Дайте ему стан там какой-нибудь, чтобы он это не хилился. А он все равно хилится, пробовал. Он... И отбегать пробовал. Он от получаемого урона хилится или просто... Как... Просто хилит. Побольше по боссу. Играем. Надо перевести после этого трэша.
Сейчас я под волей кому-то, блядь, заеду. Больше по боссу, больше по боссу. Все-все-все-все свич. 10 секунд до трэша. Лям, переводим. Все помогли по боссу. И отойдите, милики, сейчас приготовьтесь, босс переведется. Ну, сука, бомж нахуй. Трэш помогли. Духи, бежим. Опу. Опу, заебашили просто. Ни шанса. Ни одного шанса на счастливую жизнь. Сокру сдал. Че, я дам по ПС сейчас БР. Давай. Spirit. Так, духи, бежим. Топу ресую, готовьтесь его захилить. Фулл баф даем по ним. Лапку дал. Spirit. Духи, бежим. В лестницу. Блять, мои баны. Блять, заеб... Ой, я уебал кого-то. Синтек биндун. Кирус, леса и синтека. Бидон есть толка? Духи, бежим. Спирит. Куда ты так бежишь от меня? По синтеку СС можно. Блять. Падаем. Я так уже блайндал, ебаный рот. Падаем, падаем. Спирит. Керос, ностальгия, у кого-то есть спек совы? Если что, нет, зашел. У меня нету. А у тебя, Керос, есть спек совы? О, Мишка, блядь. По-моему, я знаю, точно есть. Че, у тебя меткости нету? Ну я промахиваюсь, еще у меня всего уже, 20 метров. Я могу на трэше, короче, поиграть, и тогда я, блядь, все дам вихри, блядь, так как нужно их дать. Просто я играю на боссе, я сейчас дал только один вихрь. И меня сейчас два раза плюс еще законтролило, я еще сам уебал кого-то. Да. А может у кого-то есть спек хила, я просто в сову спекнусь. Смотрите, там, говорю, я могу на трэше поиграть, и тогда я все и все свои вихри отдам. Вау, все, я погнал. Ага. Теперь у меня эта ошибка эта ебаная. Да, да, такая же хуйня. 130. Бля, ну я могу на сову зайти свою, ребутался, если что надо. Ли? Кто может? Зачем ты ребутался? Ну я флекс, у меня есть сова там. Там даже в Азринста, если в духе стоишь, ошибка. Да без контроля вообще уйму да, может быть. Запачен, да, запачен. Ну давай, World of Flex, заходи на сову. Вот, на этом боссе, типа. А что у него за сова? Ебейшая. Сейчас плюсану вам. Ебейшая. Две овца есть, блядь, и заморозка. Там пиздец контроля, и от роги может контроль лететь. Ну да. Ну как там, 265-я какая-то? Ну он махом сбивается, любым тиком. Куда-то в гильдию или в ФГ? Я тебе в личку просто пишу. Ага, можно мне ассиста тогда будет? Бля, я фаст бью. Доброй охоты. Да какая-то залупа вообще, блядь. Ставлю рыбу. Чё, там заходишь?
Да, да, логинюсь. Что там? Пацаны спрашивают, ГП будет? Вот Void Fury, короче, и Warheel. Когда вы решили? Я ставил духа лицом, когда была команда упасть. Не, нихуя. Была... Именно в конце меня уже. Меня так взорвал. Я тебя этим взорвал там. А вот здесь, на углу, там где звезда. Команда да. Падает, я иду духу в лицо. В итоге вы удалили патч X, чтобы зайти в игру без ошибки? Не, я не удалял. Не-не-не. Ты заходишь, я ставишь патч только в, в рейд. Все, я, короче, ладно, я удалил, у меня все равно ошибка была. Сейчас на деку подписываю. Ставить патч, нет, удалять нет. Его нужно возле босса. Ну, хотя я хз, ну... Сейчас. Пара-па-пам. Да не ловите его духов ебалом, когда он говорит падать нахуй. Там способов упасть, блять, миллион, сука, помимо духа. Чтоб потом не было вот этих разборок. Ну-ка, давай посмотрим, кто там меня взорвал. А, Void Fury. А, ну да, да, слышишь, Войт, от меня и Варахиэль, это ты меня убил. Это он просто рядом стоял. Войт, слышал, да? Чего? А, Варахиэль никого не убил, это ты меня убил. А, он лутал это в конце. Я понял. Все правда, вот я сейчас посмотрел. Нет, так Войт-то убил. Войт с ТГП. Из-за Войда же упали. А мне в большем случае упали из-за самих себя, ну, потому что контрольные люди, ну, захуярили других. И наоборот. Меня кошка захуярила. Я ей дал блайнд. Она вышла из блайнда, меня ебнула. Да-да-да, вот я говорю об этом. Папа вообще пизду дали. А мы как будем контролить? А метку? Два раза, блядь. Это тебе не на елке лазит. ГП себе дай, елки-палки. Ты чё, накурился? Кто-то тут накурился. Ты убил двоих. Я считаю. Ничего не знаю, это когда бонч. Я говорил падать уже. Не, нихуя, ты сказал падать спустя 10 секунд после нашей смерти. Спустя одну секунду. Так, я могу сейчас показать details время смерти. Ты хитрая, конечно. Вот так вас. Этот World Flex луну вместо синтека. Ну, не человека, когда вешается метка. Ну, пора сказать, доктор. Контрольте кота. Я контрольщик в контроле.
Контрольщик контроля. Да. Это сильно. Да ёбаная в рот, ты будешь табаться или нет? Злобный тут, если вдруг нужен. Трусы контрольте. Скоро нужен. Да идите, блядь, сейчас ли. Ну вы на ком-то, может. На леди. Нормально, добьём, уже тут хорошо. Ну, блядь, танки, нахуй. Что с леди? Забрал танк, нет? Керус, ностальгию ресы. Духи бежим. Чё там, кстати, с принцев катушка не упала? Не мешай, не мешай. Не на лане, а на леди мы. Ага. Две совы в контроле. Блять. Просто заебешь. Что это было? Ностальгия синтека ресы. Синтека и вест. Да это вайп уже. Да пиздец, падаем. А чё это было? Я на трэше постою, блять, а. Дух взорвал. А чё? Меня не показывало, блять, вот когда они сдохли. Это чё было? Там либо дух взорвал, либо фанатики убили Кливом. Там и дух залетел просто. Там и матрешу дух. И фанатики. Тут. Там как-то подводите фанатиков под это, под приверженцы, потому что приверженцы это фанатики за приверженцем, блять, и прям кибало машет топорами. Хуел убить. На меня как обычно Вилани убил. Злобный заходи. Я в онлайне. Че, я могу на флексе тогда, если друид еще появился? Да, да. На младшего флекса. Блять, когда мы свейдимся уже? Так. Че за хуйня? Ну получается. У меня только инвизибл показал. Вот до этого кто взорвал, непонятно. Ну смотри, топа убили. Веста взрыв. А, вон бидон показывает. World of Flex тоже взрыв. У меня World of Flex не показывает, у меня бидон показывает. Мстительная тень, вспышка помещения, это вот от кого-то, да, получается? Там же удар надо. Удар смотреть. Ну, физурона нету у него. А, я понял, короче, Вест и это, кто там еще был? Ну да, и Вест, и Вест автоатаку получил, да. Ну вот, получается. Получил пизды от кого-то. Инвизибл. Ладно, это. Ставьте шкаф. Интересно стрим. Вставайте. Да, нормально. Хель, остальные. Да, да, сейчас. Ну уже весните тогда, чтобы не задерживать рейд. Я. Что у тебя там на стриме? Порнуха что ли? Вайпы, блять, наши. Это и есть порнуха. А. Там них карантин, я смотрю, обучаются. А, ты ГП даешь? Себе. Еще себе не забудь за прошлый трай, где ты взорвал дух и ты сказал падать после этого. Ой, ты, блядь, синтек, а ты напиздишься же, да?
Ну, мне-то можно КП дать за то, что я его вихрь кидал, а он меня в этот момент бил. Какой-то чоган, я хуй знает. Кто это, блядь, вар какой-то? Чоган. Мне тут в личке негодуют, ты либо людям ГП, да, трай получил. А кто такие, кто в личке там что-то негодует, а здесь не может что-то сказать? Ты за автоботов? Или десептиконов? Это личная информация. Это крыски. Ну так, значит, крыски. Тогда и не надо эту информацию поднимать здесь. Ну, все правильно, человек негодует. Вот, все, все верно. Все, все, я доволен. Пошла справедливость, нахуй. Ой, да, слава богу. То есть он себе вначале снял ГП, а потом его себе начистил, да? Кто? А, еще надо правила придумать. Чересчур разговорчивым тоже. Он ГПшку кидать. Себе синтеку. Согласен. Потом снял себе синтеку. Я синтеку вроде не кидывал. Ну вот кто предложил сейчас это, мне кажется, ты первый будешь в плане сейчас разговорчивости. Тебе босса бить уже нет? Готов. Почему? Сейчас босса побить, блядь. Так ты сам сказал разговорчивым, а ты... А чересчур. Потому что инициатива ебет инициатор. А я разговариваю в рейде максимум, блядь, блядь, слов, да забей, наверное, 10. Блядь, это сарказм был. Все готовы, дают что-то. Четвертый трай, нихуя себе. И нихуя себе, ну, действительно. Блять, ИВС, ты такие вопросы задаешь. Мне ГП за автоатаку, я не знаю, о чем ты. Когда мстительная тень наносит тебе автоатаку, это значит, она долетела до тебя, ударила тебя и шотнула пол рейда. Вот что это значит. Трусы за контроль. Да ну нафиг запустила. Охуеть. Хорош. Ты не в сил. Противец за моей воле. Луну. Красная рамочка, пусти нас. Блять. Я стоял, молился. Красная охуеть, тупо, блять. Ринжа, это хуйни у тебя, блять. Ослепление. Там большой рейндж. Сука, тварь тупая, блядь. Перевели босса, вышел новый трэш. Сначала трэш, все играем. Фанатика заберите, там лежит ворот. Все, зерганите мобов быстрее. Фанатик прям на бенселера бежит, танки. Постаньте его. Трэш, все свичнулись, сука. Алло, блять, как слышно нахуй? Но он должен сдохнуть уже за 3 секунды. Духи бежим, везде духи. Всю леди бьем. Просто бегайте чаще, не хлопните и нормально будет. Вот духи каждые 10 секунд побежали. 3 секунды бьете, 5 бежите. 3 секунды бьете, 5 бежите. Вот и убьем нормально. Все контролим. Трусы контроль. Я под боссом был. Так. Ностальгия топу ресы. Сразу мы фулл баф. Синтек Ресса и Ворлда. Пачку трэша помогите. Так, все нормально. Бля, где он умер, а? Ну поищи там стрелочку. Нашел.
фулл баф по ним. Синтек ворлда ресы. Ой, блять, контрольте. Контрольте быстрее. Контрольте, я кастую кутуху. Загрыз просто, Керус. Контрольте, сука. Spirits. Вадикон. Ладно. Вадикона Виланию ресы. Spirits. Фулл баф по Вилании. Трэш помогли, я уешку. Уешку трэш. Все, успеваем, просто не хлопайте, самое главное. Бежим от духов, трэш и дух. Бежим, бежим. Незыбку по КД, сокру, хлопаловскую по КД. Вот контролем. Блять, опять войда контролем. Шамана контролите. И двух сов, быстрее законтрольте, зафиряйте, что-то сделайте. Дал, дал, дал. И второго, квадрат, блять. Квадрат разъебывает вас. Блять, пиздец, нахуй. Духи, бежим. Не мы раз. Это не квадрат разъебывает нас, это злобная, мы разъебываем квадрат. Злобная Виланию ресы опять. И фулбаф ему. Каску, лапу, приступай быстрее. Каску, лапу, приступай трэш. Быстрее. Трэш помогли, дали туда уе. Совы поближе к центру комнаты находимся, чтобы всех достать, людей контролить. Духи, прям в леди дух, бежим. Блять, блять, блять. Контролим опять сову. И ПС контролить, он шотнет всех. Вот ПС обновить, готовьтесь. Обновить. Еще по треугольнику обновить. И по ПС обновите. Вот. И духи бежим. Ухуярим. Еще пару пачек трэша надо убить. Трэш. Дух, бежим. Сука. Дайте геру. Давайте в трэш свичнулись, убили. Приверженцы еще добейте, Милия и там. Духи прям два в леди лежат, стоят, бегут прям в леди. Бежим. Контроль. А вот и ответ, почему Миликам сложнее. Контроль, 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 контроль. Обновить по сезжу обязательно. Сейчас подмастерию обновлю. Блять, не достаю, пишет. Кош по сезжу. Кош, ну и похуй, сдох, значит. Так. У кого есть БР, Керус или Ностальгия у вас есть? А, Керус, давай. Керус спасет Журесы. Сова, сова. А, все, нормально. Бля, слава богу, нахуй. Тут бы еще ГП словил. Все, Седжу фулбаф обновите, каску лапы пристабав. Еще пачку, наверное. Пачки две, наверное, еще бьем духа. Доберусь дохуя времени. Контролю. На диклон, контрольте. Законтролил. Сейчас обновлю. Бежим, духи. Прям к леди бегут. Spirits. Так, сейчас выйдет пачка трэша. Захилите рейд на фул там. На фул хп поднимайте нас. Бежим, Spirits. Духи. Это. С лестницы. Вот мобов переключились все. Все мобов переключились. Spirits. Духи бежим, в леди бежит дух. Так, луну контролим, синтега контролим, мага контролим. Обновить обязательно. По квадрату контроля нету. Быстрее вихрь по квадрату, сука, ну кто-нибудь. Коты. И обновите. Ну, блять. Это вообще пиздец, нахуй. Spirits. Ладно, фул по боссу. За этим мало обращал. По боссу играем, трэш не трогайте. Фул, и бежите от духов. И все незыбки, всю хуйню отдавайте последнюю. По боссу играем, 2 ляма. На, нахуй. Все убило танк. Сейчас. Давайте добивай. Фанатика контролим. Блять, контрольте, расфиряйте мобов. Быстрее леди добивайте. Пиздец. Бля, на костылях доехали. Да я уже в конце группы реагил специально. Походу все осколки с Геры вчера выпали. Пиздец, блядь. Этот... Это говнолуд какой-то. Кто там собирать посох будет? Эй, да? Это... Мусор, как обычно. Синтек чекни, от чего я умер? Тебя просто убили. Сержа, да?
Сейчас скажу. Это кто умер? Там по-любому или один буянил Лисова. Кто умер? Так, короче, первая смерть. Тебя убили вихрем. Биг Дэм, Авеланя, Ностальгия. Потом тебя убил вспышка мщения. Духа взорвал. Самая последняя. Духа взорвал? Я? Не, вспышка же это кто-то взорвал, и он умер от этой вспышки. Я хз, кто-то взорвал. Если я сейчас взорвал духа, то это... Эвис взорвал. Нет, нам дома пишет. Окей, понял. Я думал, это мой слаг. Нет, нет, только один там взорвался, и вот это Эвист, короче. По последнему, что ли? Да, вот сейчас. Ну, трай победница, победный трай готовить не дают, так что можно выдохнуть. Вот, ну, а вот сути, почему Эвист просто раз ГП получил, я ему в личку написал. Умирай, давай там. А на кого в 25-ке? Не знаю, пока. На чума. Чума была. А, мы же...